Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги, а также гости моего канала. В эфире модельер From Курск, и сегодня я продолжаю сборку боевой машины пехоты «Бумеранг» от компании «Звезда» в масштабе 1:35. В прошлой серии я уже собрал боевой модуль «Бумеранг БМ» и начал собирать верхнюю часть корпуса. В этой же я объединю все части корпуса в одну и почти закончу собирать верхнюю часть корпуса. Ну а в следующей начну сборку ходовой части. Приятного просмотра! И обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео по БМП «Бумеранг» и по другой модели, которую я уже купил и начинаю собирать. Ну а теперь немного историй. Боевая машина пехоты «Бумеранг» имеет многослойную броню с элементами керамики. Такая броня намного надежнее, чем обычная сталь. И, кстати говоря, такая же броня устанавливается и на «Тайфуны К». Впрочем, даже и на «Тайфуны У». В случае повреждения колесной части или полного исчезновения двух колес, боевая машина пехоты «Бумеранг» способна уехать с поля боя и увести бойцов из-под обстрела. Двигатель БМП находится в передней части, что позволяет осуществлять высадку и загрузку десанта через заднюю аппарель. Экипаж машины составляет 3 человека. Помимо этого, она еще способна брать на борт 8 человек десанта. Но, возможно, даже больше, если некоторые из десантников будут сидеть на броне, как это было в БМП-1 или БМП-2, а также БТР-70, 60 и 80. Боевая масса машины составляет 28,6 тонн. Длина 8 метров 80,5 сантиметра. Ширина 3 метра 18,7 сантиметра. И высота 3 метра 18,5 сантиметров. Клиренс 45 сантиметров. Приводит такую машину в движение двигатель ЕМЗ-780 6-цилиндровый мощностью 750 лошадиных сил. Скорость по шоссе 100 км в час. В пересеченной местности 50 км в час. По воде 10 км в час. Запас хода 800 км. Колесная формула 8 на 8. Преодолевает ров шириной 2,2 метра. Впервые БМП «Бумеранг» была показана на параде Победы в 2015 году, как и многие другие новинки России, например, танк «Арматы» или «Тайфуны». Впервые показ «Бумеранга» состоялся в 2015 году на закрытой части выставки Russian Army Expo. Ну а теперь давайте немножко поговорим о вариантах окраски. «Звезда» предлагает нам два варианта – парадный и боевой вариант с камуфляжем. Но, если честно, я искал в интернете и камуфляжа нашел на одной машине. Но все равно я буду делать именно камуфлированный бумеранг, поскольку он гораздо красивее, чем обычный защитник. Ну а если вы хотите, чтобы я собрал какую-то модель специально для вас, пишите в комментариях. Я обязательно прочту и соберу какую-то из этих моделей. Как можно быстрее включу ее в планы на какой-то из годов, а может быть даже и в этом году соберу какую-то модель. Ну а самые внимательные зрители, которые подписаны на мой ВКонтакте, могут уже знать, какую модель я собираю. Постоянные зрители канала помнят, что «Панцирь С1», который я собирал в Новый год, был собран в деревне. Эту модель я тоже буду собирать в деревне и могу вам показать, как я туда добираюсь. Я попробую снять видео о дороге в мою деревню, бабушке с дедушкой, точнее это не деревня, а село. И попробую заснять даже что-нибудь с дня рождения сестры. Хотя не думаю, что вам это будет интересно. Но все же квест я придумал ей. Так что, если кому интересно, кто хочет повторить для своей сестры такой же квест, можете написать в комментариях, и я обязательно отсниму видео о квесте. Удовольствие.
удовольствие, особенно если у вас нет пинцета. Так что перед сборкой бумеранга я обязательно рекомендую вам им обзавестись. Теперь настало время боковых дверок, а именно вот таких вот небольших.
крупных выступов, которые играют роль как мастеров, так и небольших игроков для выхода на небеса. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно поставьте лайк и подпишитесь, потому что до этого момента досматривают только те, кому интересна тема моделизма. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Продуктивного творчества. Вот такой вот монстрик получается.